Всем привет, друзья, с вами ММА. И все вы, наверное, помните историю про эту кофту. Это официальный подарок от Supercell. Здесь сзади чемпионат мира. Это подарок был приурочен к чемпионату мира. Ну, вот такой вот бокс прислали. И с этим боксом есть интересная история, в которой сейчас я вам все расскажу. Но перед тем, как мы начнем, обязательно, ребят, не забывайте подрубать мой код ММА. Спасибо большое всем, кто меня поддерживает. Я, кстати, видел иногда комментарий, мол, пишут: блин, монтажом не занимаешься, там, ленивым стал. Но на самом деле просто слишком много времени забирают эти игры, этот пуш. И плюс каждый вечер мы играем скримы, чтобы показать себя хорошо на первом чемпионате мира, который отборочный уже будет в этом месяце. Так что погнали. Есть, короче, ребята, вот такой вот ролик у меня. Он называется, можете посмотреть, официалы прислали мне подарок гранд-финалу, ну, Supercell. И вот она коробочка, мы с дочкой распаковывали, тут, блин, тут еще реклама будет всплывать, сейчас уберем. Вот он бокс, и тут ты, получается, раскрываешь его, там супер много подарков разных там, и сумочка, и кофта, и коврик топовый, кстати, коврик я до сих пор так и не пристроил, у меня стол слишком маленький. Такой большой коврик, что туда ничего не влезает. И под конец вот она кофта. Ну, короче, полный набор кольта. Стаканчик есть с значком чемпионата мира. Ну, в общем, не суть. Посмотрите этот ролик, если будет интересно. И если зайти ниже, здесь пишет Artcool. Балдеж. Типа 604, это сама кофта. Да, это кофта. Как вы знаете, Artcool очень любит кольта. И я, смотрите, здесь есть комментарий от меня. И я ему пишу: если апнешь на кольте 35 ранг, то я пойду в ателье, делаю такую кофту дубликат и высылаю тебе по рукам. Но прикол в том, что почему я так сказал, потому что оригинал я не могу послать, это же, ну, подарочки, не одарочки, как говорят у нас, школота маленькая во дворе. Но если серьезно, то я сейчас найду его ответ. Вот, Artcool мне отвечает, что по рукам. И давайте посмотрим, что же было дальше. Спустя большое, ну как большое, там буквально-то, ну не один день, понятное дело, 35 ранг не за один день делается. Но спустя небольшое количество времени появляется ролик на канале Artcool, это еще прошлый год, сейчас уже февраль. Пока мы все это записали, пока я отослал там, очень много интересного было. Невероятно, 35 ранг на кольте, ММА, ждем посылку. Ну, и здесь я, по-моему, написал, да. Я, короче, реально, ребят, заморочился. Я написал ему, мол, поздравляю, и все закину. Но прикол в том, что я дополнительно заплатил денег. Блин, как бы мне потом за монетку это... Ладно, пофиг, была не была, если что, потом обрежу. В общем, ребята, суть не в этом. Суть в том, что я, короче, заморочился, быстренько все это сделал, как мог, исходя из своих дел. После того, как я это отправил ему... Она очень долго шла, и сейчас я вам покажу, как же я ее упаковывал, а потом вы зацените, потому что у меня упаковка не полная, половина ролика обрезалась. Потом заходите на канал Artcool, я думаю, ролик уже по-любому вышел, даже ссылочку на него оставлю, на этот ролик. И чекните, ребята, что же я ему там подготовил и какова его была реакция на то, что я все-таки выполнил свое обещание и отправил ему этот бокс. Так что погнали. Ну что, ребят... В частности, Artcool, настал тот момент истины, когда я сейчас делаю крайний сбор. Всегда делаю распаковки, сейчас будет именно сбор, так что у нас тут есть небольшие нюансы. Сейчас я вам все покажу. Я думаю, что продолжение будет, в принципе, с теми же предметами, но это будет реакция самого Artcool'а, самого Тёмы. А мы сейчас должны собрать ему то, что вот он в дальнейшем потом будет и распечатать. Плюс я для него сделал... Как распаковывать, точнее, не распечатать. Распечатать сейчас я буду кое-что, то, что я подготовил специально для Artcool. И для этого сейчас нагрею пистолет. Давайте пока покажу кофту. И еще что-то у нас тут есть. Обещал, да? Но я обещание сдерживаю. Плюс это будет не только кофта. Гляньте, давайте... Сначала переднюю часть покажу. Вот она. Передняя часть. Одевать не буду, пусть будет новенькая. Не бэушная. Здесь у нас кольт. По той же схеме, что и моя кофта с собой. Ее рядом нету.
Здесь арткул. Ну как, пойдет? Единственное, что там шнурки розовые были и края желтые, как у самого скина. Я спрашивал про этот нюанс, но нюанс в том, что они именно этим не занимаются, у них только печать. Я думал, что есть вариант купить краску, но, признаюсь честно, я не хотел как бы портить вещь, мало ли, не так покрасит, и все, хана. Поэтому все оставил как есть, и сзади, ребят, гляньте, замутил не значок чемпионата мира, а вот такую вот эмблемку. 35 ранг, это самая кофта. Но это только начало, а сейчас еще... Есть два значка, смотрите, очень маленькие, они по качеству, конечно, не особо, но я сам векторной графики не шарю, поэтому их перерисовать, переделать я не смог, поэтому просто распечатал и вырезал, но тут специальная бумага, как для фотографии, так что она гладкая, нормальная, глянцевая. Пистолет уже почти нагрелся, и сейчас мы сделаем наушники, Кольт наушники, они, конечно... Как, у него там Bluetooth, по-моему, без проводов, но тут будут проводные, ну ладно, практически то же самое. И сейчас мы их добьем под кольта, чтобы были как под оригинал. Это, конечно, так, ручная самопальная поделка, но она от души, так что я надеюсь, это понравится Артему, но мы еще заценим его реакцию. Он, наверное, я этот ролик запишу перед отправкой, но я его опубликовывать не буду до тех пор, пока Арткул сам... так сказать, не откроет все это, чтобы он не знал, что здесь, и чтобы он этот ролик уже видел, только когда уже открыл свою посылку. Окей, здесь есть файловый листик, это тоже не просто так. Вроде бы нагрелся пистолет, да. Ну, сейчас еще чуть-чуть. Аркул, я иду с тобой. Короче. Можно не вздыхать, пожалуйста, я это не буду вырезать. Серьезно. Я не собираюсь монтажом заниматься по 2 часа потом. Короче, этот пистолет очень хорошо клеит. Давайте попробуем заклеить эти значки, чтобы наушники были оригинальные, да? Самое главное здесь со склеем не переборщить, но и достаточно его нанести, чтобы он за края не выходил. Ну и плюс ко всему, чтобы он держал нормально. Вот таким пистолетом, кстати, я заклеил всю свою шумку на балконе. Блин, это, конечно... Тут прикол в том, что у наушников края, они с подсветкой, и только маленькая поверхность для того, чтобы что-то наклеить. Поэтому эмблема получилась такой вот маленькой. Ну вот. Это, конечно... О, нет, я испугался, думаю, тут лично. Окей, наушники для кольта у нас готовы. Теперь мне нужен мой телефон. А он у тебя